Всем добрейшее утро понедельника. Случилось то, чего я боялась очень-очень сильно. Ладно, шутка. Я просто забыла карточку памяти. Печаль. Я вчера поснимала только вечером, когда выходила за мороженым. И то там, знаете, какая-то мрачная картинка очень. Сейчас начала одну дорамку смотреть. Мне ее посоветовали, как страшная дорама. Я пока на второй серии, на начале второй серии. Я бы не назвала ее страшной. Она такая немного жутковатая, потому что действие происходит в Гашивоне. Как раз в Корее плюс-минус такие Гашивоны в основном и есть. Это я, получается, живу в каком-то лакшери. Да. Что-то как-то людей мало сейчас. Хотела позаниматься. Утром выходила на улицу. Чисто так, знаете, мозги проветрить. Побыть наедине с собой. Подумать о разном. Как-то восстановиться. Мне хватило минут на 40. Ой-тю-тю. И после я пошла домой. Дотянула до того, что уже вечер. Собственно, к учебникам я так и не взялась. Начала дораму смотреть. Ну, прибралась, правда, в комнате. Прям так хорошенько. В душ сходила. Очень долго стояла под водой. Очень интересное видео, да, получается? Ну, как-то так. Я когда домой вернулась, досмотрела серию и легла спать. Как бы я себя не заставляла поучить, вчера как-то оно, ну вот просто не шло. Я не знаю почему. Реально. Зато выспалась. Сегодня, если так лягу, будет вообще шикарно. Правда, сегодня надо будет уже учить, потому что завтра мы закрепляем главу. Больница. Она такая нелегкая, я бы сказала. По крайней мере, для меня. Сегодня еще будет две грамматики. Поэтому придется повозиться. А так у меня что? Я сейчас позанимаюсь. Потом у меня ментор будет. Еще надо будет на переменке написать ужастики, какие я знаю. И все. Потом пойду домой. Быстренько. На кухне. Надо будет сварить яйца, почистить огурец, потому что тут я шкурку не ем. Я в универе. Сейчас заварим пакетик. У меня тут такие грандиозные планы на следующую неделю. Или на эту неделю, не знаю, посмотрю. Но, скорее всего, на следующую. Я хочу себе взять, знаете, что? Кастрюлю. Чтобы готовить суп. Да. Мне интересно, кто из вас что подумал про грандиозные планы. Что-то мне даже добавить нечего, если честно. Ну, вот такие вот обычные. Максимально обычные. У нас действительно 10 числа выходной. Поэтому я с нетерпением жду. Мне нужно все обмозговать.
что, когда, сколько. Я уже говорила в том видео, что сейчас начнется катавасия с документами опять. Главное сильно на это не отвлекаться, ибо я потеряю время. А эта катавасия будет до 25 числа. Там 25, по-моему, последняя бумажка, которую надо будет дать. Я не помню, что там, в каком порядке. Посмотрю потом. Вот, и у нас, считайте, будут экзамены уже. У нас уже до экзаменов осталось 30 дней. А если убрать выходные, это минус 8, 22 дня до экзамена. Сколько стоит съездить на Чеджу? Надо будет сегодня прогуглить. По-любому миллионы, ну полмиллиона точно. Или в Пусан. Или на закате губ. Не, ладно, просто цены посмотреть. И именно тогда, когда я забыла дома кошелек, и именно сегодня почему-то мне вот захотелось перед универом зайти в магазин, что-то себе взять. По типу кимпаба или треугольника. Но я намеренно сегодня оставила кошелек дома, чтобы наоборот ничего не покупать. Потому что я и так... Уже какой день подряд ем мороженое. У нас большая перемена. Нас пересадили. О. Девочка с Питера выразила свое недовольство, то, что у нас вместе типа места были. Попросила нас пересадить. Мы изначально... Сейчас попробуем вкусняшку. Нас девчонки из Китая угостили. Вот. Не знаю, что это. Короче, нас... Поначалу мы нормально общались, потом, как она начала немножко так, знаете, я у нее спрашивала, она, ну, холодно человек отвечает, как будто вот диалога дальше не последует никакого. Но я перестала даже здороваться, потому что она не здоровается, мне надоело первой здороваться. Вот я такая думаю, ну ладно, не хочешь не общаться, но не надо, что я, собственно, и не претендую. Вот, что это такое? Вкусно. Там много всякой фигни разной было. Еще типа наехала на меня, когда мы играли. Это давно было. В игру. В конце последнего, первой части учебников. Вот я говорю, что надо считать, ну, вот так правильно. Он говорит, типа, ты что, не видишь, что ли? Если там 6, значит 6. В итоге она позвала учителя. И, ну, правильно было считать, как я говорила, что то место, на котором мы стоим фишкой, оно никогда за один не считается, это типа ноль. Начинаем ходить дальше. Ну, ладно, это фигня. Я на такое уже внимание не обращаю, типа. Между нами посадили девчонку с Японии. Вот. Ну, я просто с Харухи поменялась местами, и все. Я сегодня нормально так поспала, я уже говорила об этом, но я все равно хочу спать. Такая вкусная штука. Похоже на кукурузные палочки, которые прям очень-очень сильно-сильно сжат. Засиделась я сегодня на менторе. Ну, окей. Идем домой. Капец, мы заболтались просто в жесть. Кому мне подарить шоколадку? Я не знаю. Помогайте. У меня так еще голова разболелась что-то. Спать хочу. Я дома. Аж настроение немножко поднялось, как это. Приготовила себе покушать. Сейчас покажу, что. Я сварила наперед несколько яиц. Ну как несколько? 5 штук. 6 штук. Нарезала наконец-таки огурец. Вот. Если захочу, вечером открыла, похрумкала. Очень даже вкусно. Что я говорю, у меня сегодня пир. Во-первых, у нас тут миёкук. Плохо видно. Вот миёкук. Далее у нас мой любимый рамен. Я просто ем, потому что мне скоро будет его нельзя, ибо я опять перебарщиваю, и надо с ним немножко это закончить. Рис. Одно яйцо. Я еще добавлю ки на рис. Включу серию дорамы. Я позанимаюсь немножко, в 9 начну склеивать кусочки, а потом уже с вами встретимся. Сегодня день вообще ни о чем, да? Ну, какой есть. Собственно, как живу, так показываю, что мне, да, прикрашать. Не хочу из своего каналчика, дневничка делать какое-то шоу.
А сегодня мы с вами сходим туда-то, туда-то. Нет у меня ничего такого. Просто ем, просто учусь, просто живу. Вот и все. Мне нормально. Правильно мне там комментарий написал. Я приехала сюда учиться. Так и есть. Поэтому от меня ничего такого грандиозного не ожидайте. Может быть, когда-нибудь, раз в пятилетку, да. А так не. Все, всем приятненького. Я буду смаковать. Не факт, что я это все съем, конечно, потому что, знаете, с голодухи я тут наделала себе очень много. Я с утра ничего не ела. Так получилось. Я не думала, что я вернусь. А во сколько я пришла? Я пришла домой ровно в 6. Ровно в 6. И сразу быстренько собралась все с собой, то, что нужно на кухню. Потопала на кухню, и вот я только с кухни вернулась. Ну, буквально мне это заняло все 25 минут. Вот. Ну, плюс я просто посуду еще мыла. Ах, как-то так. Ладно, еще раз приятненького. Пойду смотреть. И потом позанимаюсь, потом буду склеивать кусочки. Я уже повторяюсь. Ай, какое хорошее настроение, когда есть что поесть. Я еще Марину сейчас на лестнице встретила. Она говорит, ну неужели ты нормально ешь? Честно, я сама в шоке, что у меня тут всего столько. Хотя тут из моего только яйцо. Только яйцо. А, ну и огурец. Потому что это Рина подарила. Это Марина подарила. Это Рина подарила. Рис с кухни. Все, ладно, я пошла, а то сейчас опять загоняться буду. Не-не-не. Привет! Уже поздний вечер. 9 с копейками. Я вот доклеила кусочки немножко, оторвалась от учебников. В принципе, все. Наверное, я на этом закончу сегодняшний день. Потому что я говорила, что хочу сегодня лечь еще пораньше. Вот. Главное, чтобы у меня получилось уснуть. А так, в принципе, я успеваю, как хочу лечь. Так что они на заднем фоне висят. Ну, так-то получше, да? Сейчас пойду сделаю себе чай с молоком молочным. Что-то пить захотелось. Сейчас приду. С льдом сделаю. Если получится. Надеюсь, что получится. Я вернулась. Набрала теплой воды, немножко льда. Холодной воды, немножко льда, потом теплой, чтобы она до комнатной дошло. А, собственно, здесь у меня чай. Он уже, наверное, заварился. Я надеюсь. Кипяток и листья молочного улуна. Больше ничего тут нет. О, все, окей. Ла. Вот так вот. Вместе с листиками, да. Сына осталось добавить только немножко молока. И все, можно пить. В этот стакан лучше кипяток не наливать. Потому что хоть он и многоразовый, это все равно пластик. Пластик — это не очень хорошо, особенно когда горячее. Один раз окей и выдержит, а потом нет. Собственно, вот такой чай. Такое я люблю. Правда, на ночь не очень хорошо напиваться. Тут, ну, достаточно много. Пол-литра 100% есть. Возможно, даже 600. Это реально здоровая такая бодейка. Ну, собственно, как-то так. Я в Телеграм скинула по типу анонимных вопросов. Ну, то есть, если мало ли кто не подписан на мой Телеграм, вот, имейте в виду, что если вам хочется спросить что-то, а вы, например, не хотите прям напрямую спрашивать, задавайте. На некоторые вопросы я, конечно, уже ответила. Там очень много вопросов повторяется про деньги, вот, откуда деньги, что деньги. Ладно, не буду вас больше задерживать. Я сейчас доклею кусочки, выведу видео и пойду спать. Ну, может, слова повторю, но это навряд ли, навряд ли. Хотя завтра строгая преподавательница, как бы надо, но я хочу лечь спать вовремя. Вот, чтобы среду не профукать и не встать в 12 или что-то такое. Встать в 10, чтобы весь день был свободный, чтобы я смогла четко себе сделать график, который мне надо сделать, я потом расскажу. И четко распределить слова, которые надо, в принципе, учить. Вот. Угу. Ладно, всем пока. Пока. И большое сердечко. Все. До завтра. Я уже в камеру карту памяти вставила, так что все окей. Пока.